Всем привет! С вами Тимошка Данилкин. Сегодня будем играть в Пама Пау. Так, давайте. Так, у меня 12-й. Смотрите, 12-й уделаю 24-й. Смотрите. Я сейчас сдохну от этой команды. Я вам правду говорю. Эй! 5 минут назад насрал сосед в подъезде. Я видел, как он гадил, это просто мерзость. 5 минут назад зажжал сосиску в тесте. 5 минут назад помыл свой старый хрестик. Всего 5 минут спустя я заметил больше правой, моя левая ноздря. Левое яйцо побольше, я покушаю его. Буду жарить свой омлетик с кебом, хватит одного. Выбирать арбузик сложно, надо сразу постучать. Если слышишь, что гудит он, значит можно смело брать. Дека написал друзьяшка, может вместе гоу потусим. Не прошло 5 минут, ценя в сети. Это просто удар в сердце. Продолжаю обновлять. Все друзья были в онлайне ровно 5 минут назад. 5 минут назад. Он был там ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Он был там ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Назад я эту песню записал и где-то 5 минут назад залил в ютубе, не застал и через 5 минут загрузки на ютубе этот трек. 5 минут назад я был никто, теперь звезда я и не парят меня лохи, что там были ровно 5 минут назад. Прикупил себе машину, стой, куда ты нафиг едешь, ну серьезно, помогите. Ровно 5 минут назад, слева синий, справа красный, так я выгляжу опасный, срифмовал. Это было плотно. Он мне уже ответил. А еще раз типа переиграть надо. Ну ладно. Переиграем. С той командой. Потому что та команда это вообще божественная. Я бы хотел себе такую. Это самый лучший человек. Ни одной. Ну вообще команда фу. Давай, на, удар. Вы косы все. Мы с вами финтами выключить. На, просто. Ненавижу. О, папа, и на 6-й минуте. Сейчас будет штрафной и гол. Вот это вот проблематично. Я не мастер, конечно, забивания. Ну, чего я не забил? В 9-ку. Понимаете, в 9-ку забить. Если как для меня... Ой, ждите. Блин, дебил. И два, и раз, и два, и бэм. И, кстати, всех с Новым годом! Желаю вам всем здоровья, счастья, ну и, конечно же, хороших оценок. Ну и забей. Yes, в 9-ку. В 9-ку. Ну, сейчас посмотрим на 9-ку, наверное. Да, в 9-ку. Да, в 9-ку.
Эпик Рабона. Хоп. Хоп. Блин, да как не забить? Я один раз такого забил. Вот с такого забил. В девятку. Понимаете, в девятку так забить. Вообще нереально. И давай, выходи. Нет, Санчес. Я не вижу Санчеса. Ну, не забей, ну, не забей. Фух. Ты ёшкин. Блин. Ну, гады. Хоп, хоп. Героиня. Великолепно. Распасовочка. Такой хороший. Пум. Пум. Я такой. Вратарь. Это позор вратарю. Вратарь. 76. 76. У меня 70. Подожди. Нет. Повтор лучше. Что у меня с сетью? Ладно, сдаться. Ждёмше. Надо опять перезайти в игру. Так. Все, я сдался. Да. Ну, хотя было 2-1. Ну, я сдался. Я не понимаю, чего я сдался. Ну, потому что соединения с интернетом не было. Вот почему. Давайте, давайте. Вот, блин, да. Контратаки. Нормально. Ну вообще, фу, команда. У меня нормальная. Почти все золото. Кинула. Пика. Я хотел тебе пенальти сделать. Мы пробили тебе пенальти. Да, реклама мне уже задрала. Да, блин. Пам. Распасовочка и в тройку. Еще в тройку. Блин, ну как с такой вблизи нельзя было забить? И от нас, да и от... Вот знаменательный момент. Это штрафной. Хоп. Ну забей. О. Это было хорошо. Хоп. Не помню, сколько я забыла. Было что-то пас чуть пью гол. Я не понимаю, я тупо не понимаю, вот как это можно было так сделать. Так, чувак, может мне знаться уже? Нет, Табулавкачи, это не наш вариант. Кстати, подписывайтесь на канал моей сестры. Называется канал. Канал называется Лилия. Она очень старается. У нее там 20. Это что было? Ну и пампа. Чопеньку. Ну ладно, я сдаюсь. Назад. Ну и подписывайтесь.